Сайдовских вед. А то, что Азов написал, что в 25 веке закончил наш порог, это его проблема. Да. А вы сейчас говорите последнее, но смогла. А почему последнее? Последнее, то, что закончилось, а не то, что у них не будет. Ну, а они продолжают постоянно, просто если удастся правильно избавиться от того, что существует, то в дальнейшем, а даже отрицательное влияние уже не будет значительно влиять на происходящие события. Почему вот именно эта последняя ночь Сварога так сильно оказала влияние на развитие цивилизации? Потому что цивилизация была отброшена на уровень примитивный, и поэтому даже вот эти незначительные влияния этой ночи Сварога последней очень сильно влияли на людей. Потому что, примерно так, если вы имеете 100%, 100 единиц потенциал, например, да, и влияние отрицательно понизило на 5 единиц, то если у вас 95% остается единиц, правильно? И это вполне приемлемо. А если у вас, допустим, 7 единиц или 10 единиц потенциала, то уменьшение на 5 отбрасывает вас, в принципе, на 50% назад, правильно? Так вот, эта последняя ночь Сварога и была именно таковой, что ее влияние было тогда, когда люди находились на очень примитивном уровне развития. То есть они еще не вылезли обратно на высокий уровень, и поэтому это влияние казалось очень сильным и губительным для многих. Вот поэтому особое внимание такое не уделяется. А ночь Свароги – это просто периодическое движение галактики вокруг своей оси, вокруг оси своей и вокруг оси, так сказать, общей, вокруг нашей метагалактики, которая вращается, когда попадают в зоны положительные, отрицательные, это нормальное явление. Но влияют они наиболее сильно в те времена, когда цивилизация находится на очень примитивном уровне развития. И с моей точки зрения, вот то, что была развязана война с агентами темных сил, паразитов, 13 тысяч лет назад, и задача была, чтобы подбросить цивилизацию на уровень примитивный, чтобы потом можно было захватить ее. Потому что на высоком уровне захватить почти невозможно. Вот и все.